Сейчас я был близок к поражению. Карандашик хочу зеленый. О, не, фиолетовый его. Фиолетовый карандашик. Здорово, Бонни. Блин, Бонни так беспалевно появляются. Вообще жесть. Полнейшая. Только его услышал. Он слишком резкий, как понос этот Фокси. Всем море приветов, друзья и гости моего канала Нептун, это я. Мы сегодня будем продолжать приходить новеньких на пародию Побег 80-й. В прошлой серии мы полностью прошли все сюжетные 5 ночей. То есть, да, вот это максимальное количество ночей здесь. И мы открыли Custom Night. Вот он, этот такой белый мониторчик. Нажимаем на него, и здесь два режима кастомных ночей. Оригинальные. Ну, какие были с первой по четвертой ночи. А также новый вид геймплея в этой игре, в этой FNAF-пародии. Это то, какой была пятая ночь. То есть там подсвечивать фонариком в темноте аниматроников тоже довольно муторно и трудно. Будем сегодня это дело проходить. Давайте сначала оригинальную пройдем. Поставим все на 20. И поглядим, смогу ли я пройти эту кастомную ночь. Боже. Экстремальная сложность. Ладно, погнали. Ху-ху. Пятница, друзья. Так, фон Гайчик будет здесь что-нибудь говорить? О, ух ты, плюшевый Фреддик. А его раньше не было? Я его... Подожди, подожди. Я его не помню. Этого плюшевого Фреддика. Его вроде как раньше не было. Так, где там? Хрена, они уже убежали. Подождите. Подождите. Занято! Хрена у них скорость! Так, надеюсь, я смогу его прогнать. Да, все. Он уже почти ко мне подходил, понимаете? Так, марионетка. Черт, профукал я его. Как это проходить? Вы, наверное, ничего не поняли, что там происходило. Я тоже, блин, ни хрена не понял. Ну ладно. Короче, там, получается, Спринг Бонни просто уже бежит ко мне. Нужно его держать как можно больше. Дальше от меня, на самой дальней комнате. Боломбой, в принципе, видно. Большая теперь проблема будет здесь с Фредбером. Короче, держим на карте. На самой дальней комнате этого Спринг Бонни. Вот здесь, да. Будем периодично его заводить. И теперь все внимание на Фредбера. Вот он. Так, ушел, значит. Так, все, на Фредбера смотрим. Так, он... Он исчез, да, нормально? А, погоди! Запираем. Бай-бай. Давай, пока-пока. Окей. Фредбер где? Опять здесь. Скорее всего, здесь. Так, марионетка. Да твою мать! Боломбой, уходи. Так, ладно. Давай, заводись, заводись, заводись. Так, Боломбой мы прогнали. Где там Фредбер? Вот он стоит. Окей, они пока здесь. Все хорошо. Так, оба пропали. Нормально. Марионетка. А-а-а! Так, ладно, открываем пока временно. Нет, я Спринг Бонни пропустил. Черт подери. Ладно, его пора отвлекать. Так, где он у меня? Значит, сюда его выгоняем. Фу, где там? Так, погоди, погоди, погоди. Так, Фредбер заходит с правой стороны. И там и Боломбой, кстати, это нормально. Да, черт!
А сколько там было времени? Чё-то я как-то пропустил. Да сколько я там прожил? Ну, в принципе, трудно, да, трудно. Но реально, я думаю, я буду потеть. В итоге я надеюсь, что пройду. Еще одна попытка. Вот как-то так и прохожу. Я буду сейчас молчать по большей части, потому что тут нужно слушать. Я понял, как атакует Фредбир. Он приходит. И его можно определить, в какой стороне. Вот я начал говорить и сбился. Короче, смотрите, в чем фишка. Фредбир. Тут бесполезно смотреть камеры, бесполезно, потому что я из-за этих звуков я не смогу определить, с какой стороны он приходит. В итоге я все равно буду не успевать, он слишком быстрый. Но если сидеть вне планшета, а просто в офисе и внимательно слушать, можно услышать либо справа, либо с левой стороны такой тихий топот, такие тихие шаги. Это означает, в какой стороне Фредбир, и нужно вовремя запирать двери. Вот такая вот тактика. Но говорить, то есть отвлекаться здесь вообще почти нельзя, поэтому я буду сейчас проходить эту ночь максимально тихо, почти без комментариев. Хочу все-таки реально пройти. Я только что прошел почти до 4 ночи, то есть это вполне реально пройти, хоть и трудно. К тому же, когда мы используем планшет, мы не видим Балумбоя. Он приходит либо с правой стороны, либо с левой. Если я его пропущу, то он мне заблокирует планшет. Мне это невыгодно, поэтому желательно мне планшет вообще не поднимать. Делать очень быстрые рывки, чтобы только мелодию запустить для Spring Bonnie и поменять там марионетку. Ну, мелодию марионетки поменять. И все. Да, это оказалось немножко труднее, чем я рассчитывал. Нет, ну серьезно, я думал, что я, ну ладно, попыток 5-10, все пройду. Я мучаюсь довольно долго уже. Полчасика, наверное. Это довольно-таки трудная ночь. Самая большая проблема здесь, это именно Фредбир. То есть это реально проблема. Он приходит очень тихо, нужно очень внимательно слушать. И очень часто, когда я поднимаю или опускаю планшет, когда запираю двери, то все эти посторонние звуки дверей, вот эти вот пиканье, вот это вот шипение, я из-за этого не слышу, с какой стороны Фредбир. И очень часто бывает такое, что я опускаю планшет, вроде тишина, никого нет, а потом бах, я умираю. И вот так постоянно, уже раз 10 так точно умер. Фредбир — это большая головная боль. Spring Bonnie еще как-то можно контролировать через музыку. Балумбоя, в принципе, видно на, ну, в дверях, его запираешь. Марионетка дает о себе знать. Но Фредбир, он такой тихий маньяк. Вот. Ну, в общем, таким образом, пытаясь выжить, я все-таки хочу реально пройти все на 20. И сегодня мы непременно это сделаем. Так. Тише. Да благодать. О, жесть какая. Так. Так, ну, в общем-то, типа 5 уже. А ну на место, Бонни. Чувак, ты вот вообще не вовремя пришел. Так, это где-то позади меня, это не здесь. Короче, на Бонни... Так, вроде с правой стороны. На Бонни можно забить уже. Да, был с правой стороны наш Фредбир голимый. Не-не... Да! БГГ! Прошел такие 6... О, нет, почему? 4 на 20. Я думаю, что вставлю, наверное, большую часть этой ночи. И, возможно, большая часть этой ночи будет без комментов, потому что я был в напряжении и очень внимательно слушал, где там Фредбир пробегает. Ну, я прошел. Так, мне за это что-нибудь дадут? Да. Йоу! Дали вторую звездочку. То есть не зря все-таки мучился, старался. Вторую звездочку дали. Ну, теперь тогда есть резон пройти вот эту кастомную ночь.
Я уже помню. Она была очень муторная, и там самая большая проблема — это Фокси. Который бегает взад-вперед и типа... Хрен подгадаешь, когда он прибежит. Ну, давайте посмотрим. Еще плохо, что здесь таймера нет, то есть выживаем просто наугад. Ну, давайте посмотрим, что это за... Ночь-переночь. Того. Ой, на него не светим. Так. На Голден Фредди не светим. Так. Тихо. Они, по идее, появляются в таком же порядке, в котором я их глушу. Так, сейчас Фокс прибежит. Прибежал. Черт, вот я терпеть не могу эти даблы. И что мне прикажете делать здесь? Светить или нет? Ладно, попробую. Короче, попробую еще разок. Давайте. Нормально вы? Надо еще выждать правильную дистанцию. Сначала глушим, значит, плюшевых. Затем... А чеки нет, по ходу дела. Хрена! А когда он успел-то? Так, все. Первая волна прошла. Фокс прибежал. Сейчас, получается, сразу глушим сначала плюшевых. Где они там? Вот они. Затем я оглушил Бонни. Или Чику. Окей. Так, готовимся вырубать фонарик. Мне так дезморалит этот Фокси. Так, Чика, давай. Странно, что они... Походу, они как-то в разнобой появляются, потому что вроде как Чику сначала глушил, поэтому... Она должна была появиться сначала. Так, тихо. Фоксян прибежал. И... А, вот, Бонни только появился. Думал, где он? Думал, меня он уже убежит меня убивать. Так, ладно, нормально. Пока живем. Так, пока выживаем. О, на Фредди, на Голден Фредди не светим. Ну, типа здесь Чика была. Вы понимаете, да? Они потихонечку начинают идти в разнобой. Это хорошо, что они не одновременно появляются, потому что... Если бы они появлялись одновременно, была бы такая жопа. Ой, ой, тихо, тихо. На Фредди светим. Страшно? Ладно, я шучу. А то меня сейчас убьет. Не шутите с Голден Фредди, да? Есть такая... Есть такое правило жизненное, не шутите с Зоханом. Да не, вру. Не шутите с Голден Фредди. Так, Фоксан, по ходу дела, убежал за пивом. И в магазин, и все, его скоро, ну, его долго не будет. Ладно, выживаем дальше. О, здорово. Фига, он появился. Так, тихо. Фух, вроде отбился. Сейчас я был близок к поражению. Карандашик хочу зеленый. О, не, фиолетовый его. Фиолетовый карандашик. Здорово, Бонни. Блин, Бонни так беспалевно появляются, вообще жесть. Полнейшая. Только бы услышал. Он слишком резкий, как понос этот Фокси. Особенно с правой стороны. Что самое забавное во всем этом... Я слышу смех Фредди, но его почему-то самого здесь нет вообще. Видимо, вместо него Голден Фредди. Ну и невидимая Чика иногда приходит, я ее вот тут
типа глушу. Ну, вот с бегающим Фокси. Это круто, разработчик придумал, то есть реально интересно играть. Так. И там сразу сейчас чик появилась. Да, фух, успел. Странно, где Фредди? И прикольно, разработчик, повторюсь, придумал с Фокси. Он пробежал. Причем, опять же, я не знаю, как бы, допустим, играть без наушников здесь было, а? Это, наверное, была полнейшая бы жесть. В наушниках-то более-менее четко слышно, как Фокси бегает. А представьте, вы играете, не знаю, там, с одной колонкой, например. Да и просто на колонках это будет очень, ну, хреново слышно. Так что наушники в помощь. Голден Фредди. Почему-то какой-то разобранный. Так, пробегай. Опять же, чика не прорисовалась. Я заметил, что аниматроники прорисовываются здесь, вот, допустим, убрать свет, поставить обратно освещение, ну, лайт, лампу, и тогда они прорисуются здесь, но все равно они как бы учитываются, то есть я их все равно могу прогнать даже в невидимости. Хотя вместо Фреддиков, наверное, обычные Фреддики, да? Ну, плюшевый имею в виду, заместо обычного Фредди. Так. Не, он там где-то бегает, ему плевать на меня. Фоксян, походу, с пивом прибежал уже. Купил в ларьке. Теперь решил просто побегать, довольный. Ну, прорисовалась. Голубушка наша. Так. Ну чё, народ, когда там ночь уже закончится? Я как будет давно выживаю. Пора бы уже, не хочу подыхать. Прям в финале. Ну, сейчас по ощущениям где-то часиков 5. О, даже уже 6. Бу-га-га! Нептунчик может. Так, ладно. Возвращаемся, наблюдаем нашу красивую звездочку и... Та-дам! Пара-ра-па-па-пам! Все. Все 3 звезды я получил. Они ровно посередине. То есть, видимо, так и задумывалось разработчиком, что все 3 звездочки... Ну, то есть, максимум 3 звездочки здесь можно сделать. Все. Я так понимаю, что игра полностью пройдена. Но никакой менюшки экстра здесь не появилось. Так, сеттинг ничего. Продолжать только 5 ночей. Ну и в принципе все тогда. Да и здесь ничего не появилось. Ну да, также 2 режима. Ну тогда можно сказать, что я смело... Вот опять... Что там забыла за голова снизу? Подождите. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот здесь какой-то был квадратик. Вы замечали? Вот поставьте стоп-кадр. Блин, надо, короче, посмотреть, что такое. Там какой-то хомяк был! Я только что... Там хомяк! Я специально так сделал. Вы смотрите, заходите в сюда. Просто клацаете и обратно нажимаете. Там какой-то хомяк. Я, наверное, поставлю... Ой, нечаянно старт нажал. Я, наверное, поставлю стоп-кадр и посмотрю, что это за картинка. Или даже это какой-то суслик, а не хомяк. Ну, в общем, это какая-то пасхалка, что ли, от разработчика. Почему именно это животное? Может, это логотип какой-то? Может быть, это пасхалка на какого-то ютубера? А, хрен его знает. В общем, тогда я на этом заканчиваю свое прохождение. Большое всем спасибо за внимание, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Еще одна FNAF-пародия была полностью покорена Нептуном. Но без вашей поддержки я бы ничего не сделал. Вы лучшие зрители. Не забывайте звать друзей на канал, потому что нам вместе будет только веселее. И подписывайтесь на мои соцсети, все ссылочки есть в описании. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.